Первенство и чемпионат городского округа Люберцы по восточному единоборству в спортивной дисциплине «Сётокан» собрали более 130 участников. Соревнования проводились по двум программам – ката и кумите. За выступлениями спортсменов наблюдал Богдан Колесников. В стиле японского карате «Сётокан» захватов нет, но во время боя нужно мощно и быстро наносить удары ногами и руками. Каждое выступление оценивалось по 12 категориям. Одно неверное движение на татами и минус балл. Сила, скорость, динамика, техника, стойка, дыхание, ритм, ну и так далее. Это вид спорта, который, так сказать, не только тело тренирует, но и, скажем так, сознание воспитывает. Очень хороший воспитательный акцент делается на занятиях в карате. Оксана Зубко занимается восточным боевым единоборством с 7 лет. Чтобы успешно выступить и получить высокую оценку судей, тренировалась каждый день. Результат себя оправдал. В нынешних соревнованиях в дисциплине кумите стала победителем. Меня карате многому чему учит. Тренер нам рассказывает много чего. Можно защищаться, тренироваться. Почти на все соревнования езжу. Почти никогда не пропускаю. Свои навыки и умения показали не только начинающие каратисты, но и опытные спортсмены, в чьих копилках десятки наград. Ну, во-первых, это интересно, это дело вкуса. И самое главное – это эмоции, когда ты получаешь первое место. Это очень классно. За призовые места состязались спортсмены в возрасте от 8 лет. Победители войдут в состав команды округа, которая в ноябре представит Люберцы в первенстве Московской области и на всероссийских соревнованиях. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. We'll be right back.